первый тайм играли в атаке очень слабо. Вроде бы мы имели преимущество такое, но создание таких явных голевых моментов мы не имели. Но и плохо мы работали внутри штрафной площади после прострела, после навесов, хотя передачи с флангов все-таки были и достаточно хорошие. Второй тайм, на мой взгляд, у атакующих действий лучше играли, моменты для того, чтобы для взятия были, но мы не смогли реализовать свои, которые создали. Конечно, это такой сложный период для нас, нам нужно все это переварить, нужно реально посмотреть, почему это происходит. Я думаю, что мы в ближайшее время разберемся со всеми этими моментами.